Всем привет! Сегодня у нас в обзоре оригинальный водонепроницаемый корпус для Xiaomi EI Action камеры и защитные крышечки для объектива. Давайте посмотрим, что у нас входит в комплект с водонепроницаемым корпусом. Итак, мы получаем винт, сам водонепроницаемый корпус и крепление, с помощью которого вы можете прикрепить вашу камеру на штатив или монопод. Также на дне коробки мы найдем инструкцию. Вся она, конечно же, на китайском языке, но с вполне понятными рисунками. Для сравнения я хотел бы вам показать свой старый кейс, который я приобрел перед этим. Вот таким он пришел ко мне в посылке. Поэтому у меня не было возможности использовать его и посмотреть, какой он на прочность. Открываю осторожно, чтобы не доломать до конца. Сама прокладка хорошо прилегает к корпусу. И если бы не сама защелка, то, наверное, это был бы отличный кейс. Ну что же, давайте снимем защитную пленку и посмотрим поближе на этот кейс. На верхней стороне корпуса размещен логотип EI и надпись «Смотри по-другому». Давайте посмотрим, как все вместе это будет смотреться. Для начала вставим крепление в соответствующее отверстие. И зафиксируем все это винтиком. Так, похоже, что я поставил неровное крепление. Ну вот, теперь пошло. Крепление, которое идет в комплекте, такое же самое, как и у Action камеры GoPro. Поэтому не стоит беспокоиться об аксессуарах. Как мы знаем, у Action камер GoPro их достаточно. А значит, и у вас не возникнут проблемы. Теперь давайте откроем кейс. Плотненько держит. Ставим нашу Xiaomi Action камеру и посмотрим, как это все вместе будет выглядеть. Ну вот как-то так. А теперь давайте посмотрим на комплект крышек для объектива и водонепроницаемого бокса. Не уверен точно, но мне кажется, что это оригинальные заглушки, изготовленные самой компанией Xiaomi. Как вы видите, на них так же, как и на водонепроницаемом боксе, присутствует логотип EI. Ну и хочу вам показать еще одну крышечку для объектива, которая мне показалась интересной. В отличие от предыдущих крышечек, это сделано из силикона. Очень мягенькая. Что ж, давайте вернемся к нашим предыдущим крышечкам, которые сделаны из жесткого пластика. Сейчас у меня в руке крышка на бокс для защиты переднего стекла от царапин. Вы можете ее одеть на бокс так, и вам будет легче снять ее. Но правильнее будет перевернуть и закрыть саму линзу и кнопку включения камеры. Так вы убережете стекло водонепроницаемого бокса
и застрахуете себя от случайного включения камеры. Вторая крышка предназначена для защиты линзы на камере. Она входит в комплект с крышкой к водонепроницаемому боксу. Отлично держится и также изготовлена из жесткого пластика. А теперь посмотрим на силиконовую крышечку. Очень мягенькая, гладкая и хорошо держится на линзе. В продаже также есть крышечки оранжевого, розового, синего, фиолетового и красного цветов. Ну а я себе взял черного цвета. На самой крышечке есть дырочка, через которую можно пропустить шнурочек или карабинчик и прикрепить, чтобы она не потерялась. Так вблизи выглядит пластмассовая крышечка. Если честно, то мне больше нравится силиконовая. Забыл сказать, с водонепроницаемым корпусом вы можете спускаться под воду аж до 40 метров. Ну а так выглядит крышка на самом боксе. Нужно ли это вам или нет? Решайте сами. Всем пока!